Хто і чому йде наймітам у приватну військову компанію «Вагнера», які там панують парадки і який чоловік паза телекамерами Євгеній Пригожин. Про все это, так само про белорусский акцент деятельности ПВК, я сегодня поговорю со своим гостем, который был у Вагнера и написал первую книгу про ГТ ПВК, книгу «Успоминов». А мой сегодняшний гость был командир выведывальной роты ПВК Вагнера Марат Габидулин. Про свою працу у Вагнера ён написал книгу «У одну раку двойчы». Габидулин был наймітам и воевал у Луганской области, у Сирии, Либии и был нават помощником Евгения Пригожина. С сакавіка минулого года ён живе у Франции, где и выдал свою книгу. Вітаю, Марат. Марат, вы пэўна бачили гэтыя кадры, якія вельмі шырока тыражуюцца пра нас у Беларусі і ў Расіі, пра тое, што ПВК «Вагнер» прыбыў у Беларусь, у іх свая нібыта там база пад Асіповічамі, больш за 10 калёнаў з тэхнікай прыбыло. Скажыце, як вы самі разумееце іх сэнс знаходжання ў Беларусі? Ну, во-первых, после демарша Пригожина нужно было в срочном порядке отработать новую схему взаимодействия государства и ЧВК «Вагнер», ввести в сценарий еще одного, вынужденно ввести в сценарий еще одного актера, Лукашенко, для того, чтобы оправдать, объяснить отсутствие каких-то репрессивных мер по отношению к Пригожину и к ЧВК. Он, как государственный деятель, единственный, по сути дела, союзник России, четко обозначенный, берет на себя определенные гарантии, и вследствие этого возникает такая вот возникает юридическое оправдание тому, что не производятся аресты. Одно из условий этой договоренности – это релокация базового лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссию и продолжение дальнейшей деятельности этой структуры уже с территории Беларуси. Привязка такая. Смысл нахождения именно в этом. А какая была, на вашу думку, роль Лукашенко в этих перемовах? Ну, я думаю, его ввели уже по ходу развития событий как раз с этой целью. Просто объяснили ему, что нужно говорить и какие заявления. Я очень сильно сомневаюсь, что это была его инициатива, что действительно состоялся какой-то разговор между ним и Пригожиным, что он выступил в качестве какого-то реального миротворца для того, чтобы уладить эту ситуацию. Вот. Он просто введен был в этот сценарий. Марат, по разных оценках у гэтым лагеры перебывая от нескольких сотняў до нескольких тысяч человек. Якая, на вашу думку, задача гэтага лагеру? Ну, я думаю, просто-напросто Белоруссия будет использоваться как хаб для дальнейшего развития африканских проектов, для дальнейшего пребывания, обеспечения пребывания на территории Сирии, на Ближнем Востоке. Ну, естественно, Лукашенко использует эту возможность для того, чтобы поиметь как можно больше от этой ситуации, в том числе и в плане подготовки вооруженных сил и силовых ведомств Белоруссии. Белорусская армия никогда не воевала, не имеет никакого реального боевого опыта. И если парни эти, которые действительно за больше чем год войны приобревшие очень качественный и сильный боевой опыт, подтянут их на должный уровень, то, естественно, это сыграет на пользу для него. Это усилит боевой потенциал вооруженных сил Беларуси. Дарэчы, а колькі патрэбна часу, каб вось такія інструктары ад ПВК «Вагнер» змаглі чамусь сур'ёзнаму навушыць такую армію, як беларуская? Если говорить о полном курсе подготовки, то он должен длиться как минимум полгода. Дарэчы, по беларускай тэлевізіі показывали, як вагнераўцы на дзень ці два ездзілі на некія вучэнні ў Берасцейскую вобласць. На вашу думку, за гэты час можна нешта сур'ёзнае зрабіць, нечаму сур'ёзнаму навучыць? На один день? Это больше похоже на проведение рекогносцировки.
Дарэчы, а ці ведаеце вы асабіста людзей, якія апынуліся пасля гэтага няўдалага мяцяжу ў Беларусі? Магчыма, вы кагосьці апазналі вось па гэтых відэа, якія з'явіліся ў сеціве? Ну, в этом ролике, снятом вечернее время, по прибытию колонны, выступил перед собравшимися, так сказать, Дмитрий Уткин, да, судя по голосу и по манере изречения, да, это Уткин, безусловно. Вот, потом Пригожин передавал флаг из учебного центра Мулькина, как он назвал руководителю этого направления белорусского, пионеру. Ну, пионера я тоже знаю. Хотя довольно никчемный руководитель и командир. Ну, это, наверное, уже следствие какого-то кадрового голода в этой структуре. Это человек, который никаким авторитетом никогда среди командного состава ЧВК «Вагнер» не пользовался. Марат, многие белорусы вельми боятся, что зараз вот эти вагнеровцы, которые приехали, начнут там рабовать у неких вёсках соседних, нападать на людей, гвалтить, магчыма нават забивать. Ці есть такая погроза? Як вось вы сами оцениваете эту дисциплину, якая панавала, принамсі, у ваш час у вагнеры? Насколько я знаю, все бывшие зэки отпущены по домам, так что в составе этой группировки их нет. Так что в этом смысле бояться, по-моему, нечего белорусам. А вот сам Уткин, той инши, про которого вы казали, гэтыя люди что-то могут такое утворить? Нет, конечно. Если говорить про Уткина, то я вам могу сказать, что это такой дисциплинированный прагматик, человек, насколько я знаю, он и не пьет, он такой целеустремленный человек, который работает на определенную линию в своей жизни. Вот. Он себя полностью реализовал в этом качестве. И ему свойственно понятие внутренней дисциплины. Марат, все ж таки скажите, ну кто идет у ПВК? Вось, что повинно в жизни человека отбыться, каб он пошел в такую компанию працевать? Туда, ну, разными путями приходят. У меня своя причина была. Вообще, я образно в свое время делил наемников на три группы, условно. Первые – это специалисты, профессионалы войны, которые уже давно не мыслят другого способа жизни, образа жизни и способа зарабатывания денег, как участие в войне. Это такие серьезные люди, которые относятся к своей профессии очень серьезно, постоянно работают над совершенствованием, на повышение своего профессионального уровня. Их мало. Это меньшинство самое. Меньше всех. Потом следующая группа – это романтики, которые хотели себя попробовать на настоящем деле, в войне. Они или частью рассеиваются, отсеиваются, вернее, или присоединяются к этой группе профессионалов. И самая большая категория людей – это, ну, образно выражаясь, наемники по неволе, это люди, которые пришли именно зарабатывать деньги. Таких денег представители данной социальной группы в России на гражданке нигде не имеют возможности заработать. Это для них там, на гражданке, где-то останется несбыточной мечтой. Они приходят туда только лишь для того, чтобы заработать. Мы бачим, принамсі, вось у интернете, про вельми жорсткія правила, якія там пануюць. Усе памятуюць славутую кувалду, якой там забілі чалавека, які не падпарадковываўся, або там здрадзіў. Гэта што, правда, усе гэтыя парадкі такія там сапраўды ёсць? При мне таких методов наказання не практикавались. Там все было иначе. Но вообще сама структура находится вне правового поля. Там сами придумывают для себя определенный кодекс и нормативы. Способы наказания, уровень их жестокости наказания определяется обстоятельствами. В Сирии, когда мы воевали против ИГИЛ, ни у кого не было сомнений в том, что нужно воевать против этого противника. Не было как таковых прямых уклонистов. Вот были нарушители там дисциплины. К ним применялись определенные меры наказания. Ну, могли в некоторых случаях и побить, вот, закрыть контейнер ненадолгое время.
потом использовать в качестве погрузочно-разгрузочной команды, так называемые такелаженьки. Ну и где-то через месяц после работы их отправляли на родину. Там выплачивали им какую-то мизерную сумму, 50 тысяч, по-моему, за месяц работы, и отправляли по домам. В войне в Украине, там другие обстоятельства, там нужно было другие применять меры по поддержанию дисциплины. Вот, были введены определенные строгости. Что касается кувалды, насколько это реально, применяется ли она, по-моему, они сделали из этого просто какой-то определенный символ. Я очень сильно сомневаюсь в том, что ее ввели реально в действие как способ меры наказания. Даже судьба этого нужна до сих пор еще непонятна и неизвестна. Как-то в этом ролике, который демонстрировали, очень много странностей. Во-первых, такая спокойная манера, в которой он изъяснялся, такое это впечатление, что он то ли не осознает, что с ним сам случится, или он накачан наркотиками. Довольно странная на нем куртка расцветки украинских вооруженных сил, кстати. Ну и нет других каких-то реальных подтверждений того, что он действительно был убит таким образом. Но сам по себе, конечно, само то, что этот метод наказания, он как бы и самим Пригожиным приветствовался, это уже какой-то настораживающий момент, да? Это недопустимо с точки зрения нормального, здравомыслящего, цивилизованного человека. Даже восхваление, даже приветствие этого недопустимо. То бок, вас, как былого удельника Вагнера, вас вот эта кувалда звила, как нечто ненормальное? Конечно, ненормальное. Ну, это дикость какая-то. Но опять же, мы до сих пор еще не знаем, насколько это правдиво. В действительности или в реальности применялась эта кувалда или нет? Или она просто стала каким-то символом придуманным? И все ж таки это идейные люди, которые воюют за интересы России, и все ж таки это выключно про гроши? Что там за идеи русского мира? Идеология имеет, составляющая идеологическая имеет вторичное значение, это безусловно. Вот, если им сегодня, допустим, объявят, что ребята, все, дальше работаем только за еду, ну, вы там через месяц уже никого не увидите, все разбегутся. Но что касается выплаты денег, их привлекает на данный момент сейчас не столько даже размер, потому что на подобный уровень уже все остальные структуры российские вышли, там и военнослужащие не меньше, в общем-то, уже получают денег. И привлекает их то, что дисциплина выплат своевременно и в полном объеме. Там отработана сама система. И в отличие от всех остальных подобных, ну, подобных там, подобных-то нету структурных, те, которые претендуют на звание подобных структур, там везде сплошной обман, надувательство, подставы. Вот. ЧВК Вагнера такого нет. Там жестко за этим отслеживается. Ну, система уже состоялась, она существует сколько уже, давно. Там все выплаты все производятся своевременно, как я уже сказал, в полном объеме. А, например, когда вагнерусам пропонуют пойти на резиденцию Лукашенко, все они пойдут? Ну, им не предложат, в случае чего, им отдадут распоряжение. Но я не вижу повода. Лукашенко следует в фарватере политики российской власти. Он на данный момент нужен президенту России. И у него, я не думаю, что возникают какие-то планы по поводу смены руководства Беларуси. И он не будет отдавать таких распоряжений. По крайней мере, на данный момент. А руководить действиями ЧВК Вагнера, безусловно, вне всякого сомнения, это президент России. И навык цепер? Да, конечно. Естественно. В этом смысле ничего не изменилось.
Добре, а як же конфлікт поміж імі Пригожиним? Да, конфлікт був не між ними Пригожин. Це конфлікт, значить, естественно, президент Росії, естественно, возбешен его поступком, возмущен. Нельзя таким образом вынуждать президента совершить какие-то кадровые перестановки в его понимании. Да? Понятное дело, что Пригожин ни в коем случае не покушался на власть президента России. Он таким образом, вот в такой экстравагантной манере, свойственной ему, хотел ему предложить сделать выбор между ним и Шойгу. Ну, потом он сообразил, что покушаясь на Шойгу, он тем самым покушается и на основу, устои власти, и дал команду назад. Кстати, убежден, что никакое значение не имеет при этом вмешательство, так называемое, Лукашенко. Это было личное решение самого Пригожина. Вот. Да, конечно, это возмутило Путина. Ну, как бы, слишком многое он себе позволил. Но, извините, само ЧВК «Вагнер» — это детище государства. Лукашенко казав про Пригожина, що гэта його не сябра, і не шмат гадоў адзін аднаго ведаюць, нібыта Пригожин давав ему некі бутэлькі віна, запрашав у свой ресторан і нават називав Пригожина Жені. Як ви думаєте, Пригожин гэта чалавек, который вось мог бы такое сяброўства мець з Лукашенком? Пригожин, как и любой другой такой бизнесмен российский такого масштаба, он, естественно, стремится заиметь определенные связи, знакомства, в том числе и среди руководителей стран, которые, ну, других стран, естественно. И, естественно, он, вероятнее всего, был знаком с Лукашенко. Естественно, они поддерживали какие-то отношения. Ничего в этом удивительного нет. Насколько они близкие, эти отношения были, ну, не могу об этом судить. Ну, и не особенно доверяю тому, что они уж такие уж кореша близкие были, не разлей вода. Марат, вы были некоторый час особистым помощником Пригожина в Петербурге. Расскажите, что это за человек? Прагматик. Человек, наделенный хватким умом, креативен, масштабно мыслящий человек. Это видно по всем его действиям, как он подходит из его подхода к осуществлению каких-то проектов на территории других стран, реализации этих проектов. Вот, что еще? И как я уже сказал, да, сообразительный, начитанный. Но он сторонник таких жестких методов правления, тоталитарных. И, на мой взгляд, всегда он был несколько переоценивал свою гениальность. И свойственная ему была самоуверенность. И он несколько раз уже на этом спотыкался. Ну, кстати, этот вот так называемый марш справедливости, да, это как раз проявление вот этой вот черты его характера. К тому же он полностью убежден в правоте той установки так называемого патриотизма, которую он взял на вооружение. И он ее удачно совмещает с бизнесом. Ну, в этом ничего удивительного нету. Сейчас Россия вообще, она, как бы сказать, находится в заложниках таких вот патриотов, которые извлекают из своего патриотизма такую пользу для себя. Они предпочитают не обращать внимания на то, что все их действия в первую очередь способствуют улучшению их материального положения. А насколько они идут на пользу именно России, интересам России, они уже не особенно задумываются. А ці можна, на вашу думку, ён быць палітыкам у Росіі, магчыма, нават прэзідэнтам? Ці ёсць у яго такія амбіцыі?
Президентом вряд ли, но он уже с начала боевых действий в этой войне, он уже взял четкую линию на то, чтобы какую-то заиметь такую прочную политическую платформу. Это видно было по его высказываниям, по его действиям, по его устремленности. Вот. Но, конечно, он своим поступкам он немножко усложнил себе жизнь. И теперь потребуется ему какое-то время еще для того, чтобы как-то исправить ситуацию и снова предпринять необходимые меры для того, чтобы войти в политическую жизнь России. Марат, а як вы лічыце, ці можа Вагнер абараніць Лукашэнку ад беларусаў у сувязі з пратэстамі, якія былі ў Беларусі? Бо ёсць такія версіі, што дзеля гэтага яны там і знаходзяцца ў Беларусі. Ці, на вашу думку, гэта рэальна? Канешне, рэальна. Па той же самой схеме реализации, ну, организации, так сказать, не то чтобы организации, а формирование благоприятной среды для развития бизнес-проектов на территории африканских государств, по той же самой схеме они действуют и в Африке. Вот он конкретный президент, поскольку все договоренности завязаны именно на личности этого президента, они обеспечивают устойчивость его властных полномочий, его положения. И там уже дальше уже они действуют согласно обстановке и уже разработанного плана. И здесь то же самое может быть. Да, ну, ставят на защиту. Это наемники. Они не выбирают. Они, по сути дела, они сейчас, на данный момент, сотрудники ЧВК Вагнера, в этом смысле, они настолько же бесправны, настолько же и военнослужащие вооруженных сил. Вот, если он наемник, вот, что ему сказали, то и делают. Если он откажет, он не вправе выбирать войну, в которой он участвует. Он думает, вот эта война справедливая, как война с ИГИЛом, да, или Центральноафриканской республикой, как бы это ни понравилось, как бы это не нравится некоторым, сказать, контрпатам, или как их там называть. Вот, они все-таки штамп делают нужное, полезное дело, они являются фактором стабильности. Если они уйдут из Центральноафриканской республики, там заново начнется гражданская война. В этом нет никакого сомнения. То есть он не вправе выбирать того, что вот я вот в этом участвую, а в этом я не участвую. Если он откажется участвовать в этом, то все. Его уволят, занесут в черный список, и у него уже не будет никаких шансов дальше получать такие деньги. Он будет там не ко двору придется, будет тыкаться и пытаться пробиться в какие-то другие структуры, а в этих структурах там все так, что там оттуда только лишь постоянные жалобы и претензии издаются. Але вы сошли мирно, то бок сойти мирно можно? Конечно, можно. Это же неправильное представление, созданное, я не знаю, каким-то в воображении, в основном, конечно, западных журналистов, что ЧВК «Вагнер» — это какой-то военный лагерь, окруженный тремя рядами колючей проволоки, из которого нет выхода, есть только вход, и то не тот, да, как у Высоцкого. Нет, сотрудник ЧВК «Вагнер» может позволить себе не вернуться с отпуска, он просто может ответить на звонок: все, я остаюсь, значит, прошу меня там перевести в резерв, или я вообще больше не приеду, вот, без всякого даже объяснения. Никто, никому не придет в голову за ним ехать, хватать его, тащить его куда-то в полевой лагерь. Также он может, сотрудник ЧВК «Вагнер», но это не касается, конечно, заключенных, да? Он мог и, в общем-то, и отказаться участвовать в дальнейших боевых действиях. Ну, его, конечно, побили, подержали в Зиндане довольно длительное время, пока не заживут раны, да? Ну, его и все равно бы там спровадили. Почему? Потому что он, в принципе, такой не нужен на войне. Это уже не то. Ну, то есть сотрудник ЧВК «Вагнер», уйдя там на покой, у него есть все шансы спокойно дожить до старости. Если он
не займется какой-то обличающей деятельностью, если он, ну, что касается моего, да, примера, не напишет книгу и не издаст ее без разрешения руководства или вопреки запрету руководства. У меня получилось, что я вопреки запрету руководства это сделал. Так что в этом смысле, как я уже сказал, это вполне реально. Уйти, уволиться, не вернуться. Марат, шмат хто каже, што, напрыклад, ва Украіне ПВК Вагнера больш эфектыўна, чым расійская армія. У чым сакрэт гэтай эфектыўнасці? В первую очередь, ЧВК Вагнер заряжены были всегда на участие только лишь в войне. Вот на выполнение этой функции. Функции воевать. ЧВК Вагнер никогда не предназначалась для выполнения каких-то других декоративных, ритуальных там и каких-то представительских функций. ЧВК Вагнер не участвует в парадах, в шествиях торжественных. Они, ну там, не исполняют какую-то картинку. У них прямая одна только лишь такая функциональная принадлежность. Война. Исходя из этого, они занимаются только лишь подготовкой к войне. Никакой муштры, шагистики, никакого соблюдения каких-то воинских ритуалов, условностей каких-то. Все заряжено только лишь на войну. И исходя из этого, естественно, вот, они более подготовлены в любом смысле этого слова к ведению боевых действий. Ну, опять же, там есть некоторые «но» оговорки. Все равно они не так, как вооруженные силы, а они в любом смысле не проходят полным курсом до подготовки к ведению боевых действий. Вот. На этой войне они выполняли функции, роль штурмовых групп, штурмовых отрядов, задача которых была – это выполнение ближайшей боевой задачи. То есть непрерывными атакующими действиями, значит, оттеснять противника. На это они были заряжены. Естественно, учитывая эти обстоятельства, они продемонстрировали больший квалификационный такой профессиональный уровень и большую приспособленность к войне, к выживанию на войне. Добре, а чому российская армия не здолела это все сбудовать? Грошей же в России вельми шмат. Ну, понимаете, благодаря усилиям и стараниям команды Шойгу, российская армия уже давно была превращена в такое шоу-зрелище, балаган. Они же исходили из того, что, ну, в их понятии, что на современном этапе развития военного дела не предполагается введение каких-то широкомасштабных боевых действий на традиционном театре войны, как это привычно, как вот сейчас происходит в России. То есть будет обмен только лишь ядерными ударами и, значит, война технологий, авиации и ракет. Да. Ну и они решили, что не особенно им нужно заморачиваться на подготовку войск. Давайте создадим такую красивую картинку. Вот. Ну, а сам процесс будем использовать для обогащения, потому что это хороший источник для обогащения. Приписки различные, прокручивание различных схем. Ну, все это способствует. Они же... Здесь этот генералитет, близкий к Шойгу, это довольно состоятельные, богатые люди. Там бизнесмены не то что средней руки, а бизнесмены такого довольно солидного масштаба завидуют их уровню благосостояния. Да? Ну, понятное дело, что в итоге вооруженные силы в результате такого подхода оказались не готовы к войне. Да и потом, они же ведь установили такую норму в системе подготовки вооруженных сил, они вообще создали такую среду, при которой вооруженные силы это стали прибежищем людей, которые, по сути дела, в общем-то, и не предназначены для этого.
Что такое среднестатистический военнослужащий российских вооруженных сил? Это человек, который приходит в армию для того, чтобы получить сертификат, для того, чтобы быть обеспеченным какой-то социалкой и в итоге доработать до такой вот приличной пенсии. Все. Он не для того приходит, для того, чтобы там научиться военному делу настоящим образом. Ему это военное дело, грубо выражаясь, по одному месту. Вот и все, и как бы все эти составляющие, они формируют вот общую ситуацию. Вооруженные силы оказались не готовы к войне. Марат, зараз у СИЗА находится Стрелков Гиркин, человек, який воевал с 14 года в Украине. Вельми отданный Путину, хотя там трошки критикует. А вот Пригожин, который шел мятежом на его, он на воле. Как это можно разуметь? Это можно понимать так, время Стрелкова прошло. Он свою выработал, все. Как бы это отработанный уже вариант. Все, это шлак. Там время от времени проявляющий себя в медиапространстве, да, время от времени демонстрирующий способность что-то говорить, что-то о чем-то рассуждать, но тем не менее все это отработанный вариант. Он не нужен. Больше он все, его в этом смысле просто-напросто спровадили на покой или выбросили на свалку историю. А Пригожину нужен. А на вот что? Днями как раз вот была информация про то, что Вагнер уже не набирает себе новых шальцов, новых наметов. А ему сейчас многое не нужно, бойцов. ЧВК Вагнер продолжает действовать, продолжает свою жизнь. Но там есть африканские проекты, как я уже говорил, есть Ближний Восток, вот. Это там, что касается Венесуэлы, это опять же только лишь фантазии журналистов. На самом деле там в Венесуэле они не присутствуют. Ну, и этого достаточно. А тем более в свете вот этого саммита, да, с африканскими лидерами, встречи, все как бы. И надо сказать, что вообще политика российского руководства именно на африканском континенте, она успешная довольно. Они обыграли и обыгрывают Запад. Они просто-напросто сейчас делают на этом ставку и зайдут с другой стороны. Запад реально как бы терпит фиаско на африканском континенте. До речи, а ці сустракали вы у Вагнера белорусов? Что это были за люди? Да, встречал на тот момент. Их довольно много было. Ну, с теми, с кем я общался, это были парни, которые у меня вызывали такую ответную, уважительную реакцию. Нормальные, меняемые, толковые специалисты своего дела, умеющие и воевать, и людьми, с которым, образно выражаясь, было о чем поговорить. Но потом возникли какие-то трудности в 2017 году. Ну, просто из, я думаю, что чисто из соображений сохранения такой вот информации, такой, соблюдения какой-то определенной дисциплины дисциплины в информационной политике поступило распоряжение, и на работу в ЧВК «Вагнер» принимались уже только лишь граждане Российской Федерации. А это были серьезные люди, которые умели воевать? Эти, да. Ну, почему? У них предостаточный опыт. Они же в этой структуре. Те, кого я знал, они с 2014 года. Еще участвовали в боевых действиях на территории Украины в 2014 году. Это довольно сильный специалист. А что, до речи, они вам сами казали про белорусскую армию? Ну, я не заводил с ними конкретно разговор с целью выяснить состояние белорусских вооруженных сил. Ну, здесь, по-моему, все объяснимо само по себе. Ну, не воевало никогда.
Эта армия никогда не воевала. Вот с момента ее создания, с момента ее возникновения, эти вооруженные силы не участвовали ни в каких военных конфликтах. Нет никакого опыта, никакого понимания, что такое современная война. Это не это как бы неизбежно. То, что вооруженные силы приходят в этом случае такое состояние такого закисания, знаете, в собственном соку, такое состояние такого болота, такое, такого затягивающегося бурой тиной гладь старинного пруда, да, как черепаха тротила пила. Марат, а ці падтрымліваеце вы сёння вось адносіны з вагнераўцамі, як яны да вас вось ставяцца пасля публікацыі вашай кнігі? Сярод калег приветствие, надо сказать. Да, я много слышал отзывов, вот, вне зависимости от того, что руководство было возмущено, там мне грозили всяческими напастями, один раз даже вынудили отложить издание этой книги, под не то, что там не такое, под давлением посулов различных угроз, я пошел на уступку, не из боязни за собственную жизнь, конечно, а из-за беспокойства за судьбу моих товарищей, моих родственников, родных. Вот. Ну а что касается всех остальных моих коллег, нет, они наоборот приветствовали меня, поддерживали меня. Вот, и благодарили. Книга нужна была. И для них это было хорошим известием. А сам Пригожин? Да нет, как-то они проигнорировали, промолчали. С самого начала этой эпопеи взяли курс на такое непризнание, отрицание. Я в этом году столкнулся с проявлениями такой вот политики. Понимаете, в телеграм-канале одного из там, так называемых военкоров ежегодно 16 марта публиковалась какая-то страничка, там, какая-то это была публикация, посвященная годовщине освобождения Пальмиры в 2016 году. И там какая-нибудь фотография и такое короткое обсуждение. Так вот, до этого, за год до этого была представлена фотография бойца с позывным «Варяг». Это боец, который погиб 16 марта 2016 года и погиб как раз в тот день, когда я был тяжело ранен. То есть это тот боец, в поисках которого я столкнулся с боевиками и был тяжело ранен. Вот, его утащили, обезглавили, а потом уже сами игиловцы опубликовали фотографии, изъятые из его телефона. Так вот, в прошлом году до этого значилось, что это боец разведывательной роты ЧВК «Вагнер», позывной «Варяг». В этом году была обозначена. Это боец разведывательно-штурмовой ЧВК «Вагнер». То есть у нас там было два понятия. Разведывательно-штурмовая рота, это четыре роты на тот момент было, и разведывательная рота отдельно была. То есть они как бы даже нивелировали, стерли, стараются стереть даже информацию о существовании разведывательной роты. Вот. Они взяли вот такой курс на полное отрицание. Нет, мы этого человека не знаем, этого человека. Даже были попытки преподнести таким образом, что это все мои выдумки, я никакого отношения на самом деле человека не имею. Хотя сейчас уже столько доказательств тому, что я действительно был сотрудником ЧВК «Вагнер», и действительно был командиром роты разведывательной ЧВК «Вагнер». Тут уже от этого не отпишешься. Вы паслядоўна называеце вайну ва Украіне злачыннай, але чым насамрэч яна моцна адрозніваецца ад вайны, у якой вы бралі ўдзел, напрыклад, у Сырыі, у аперацыях Вагнера ў Афрыцы, бо і там найміты забіваюць за грошы. Какой вы акцент делаете? Наемник и там, и там должен убивать за деньги. А представители других военных формирований, в том числе регулярных вооруженных сил, они там занимаются раздачей бесплатных талонов на питание, да? Они не убивают, да? Ну, потому что, Марат, у армии люди вельми часто вымушены идти, а у такие приватные компании они сами идут.
Ну, так, ну, бросьте, это все россказни, которые гуляют там среди армейцев. Не захотел, так не надо, все, уволили с вооруженных сил, оставайся дома. Все. Кто его там будет принуждать? А на войне вообще убивают. Все этим занимаются. И регулярные вооруженные силы, и российские, и украинские, и войска НАТО на войне убивают. А что касается разницы, ну, мы воевали против ИГИЛ. Если кто-то сомневается в том, что нужно было воевать против ИГИЛ, так я, как бы, ну, выражаюсь армейским языком, пусть делает шаг вперед и обозначится. Есть сомнения? Ну, заявляйте тогда в эфире напрямую. Я вот сомневаюсь, да, в этом. Нет, не было ни у кого сомнений. Все прогрессивное человечество ратовало за то, что это государство должно быть ликвидировано. Мы воевали против ИГИЛ, несомненного противника, врага цивилизации. Мы делали доброе дело. И в результате именно в основном усилий ЧВК «Вагнер» и военные формирования ИГИЛа были разгромлены. Ну, в той части страны, где боевые действия вели проправительственные Башара Асада силы, то есть к западу от Евфрата. Там, на восточном берегу вели боевые действия курды, поддержанные американцами. То есть вытянули основную тяжесть войны на себе. Самых ответственных и прям на острие, в авангарде наступающих войск действовали на самых ответственных направлениях наемники ЧВК Вагнера. Африка, как я уже сказал, как бы, пусть это и не понравится некоторым там, как бы сказать, возмущенным людям, которые будут возмущены моими высказываниями. В Африке ЧВК Вагнер является фактором стабильности. Если ЧВК Вагнер сейчас из Центральной Африканской Республики уйдет, то там начнется заново гражданская война. И это всем очевидно, все это понимают. Все это понимают, просто некоторые, очень многие, как бы в силу определенных обстоятельств, ангажированности и такого уже выработанного нарратива и требований сверху, они это открыто не заявляют, но они это знают. И в ООН, и во всех других организациях они прекрасно знают об этом. Украина – это другое дело. Украина – это абсолютно несправедливая, абсолютно захватническая война. Это абсолютно незаконное вторжение на территорию суверенного государства. Я для себя четко представляю, какова причина этой войны. Я для себя давно уже установил, что Украина за последнее время, несмотря на то, что там еще очень много проблем, да, но она сделала очень такие серьезные подвижки в сторону демократизации общества. Вот, все признаки, уже там сменяемость президента, вот, наличие какой-то плюрализма, да, такого противопоставления мнений. Достаточно сказать, что 24 февраля, на момент 24 февраля в составе Рады, да, присутствовали партии пророссийские. Немыслимо, в России такое невозможно. Да? То есть все, Украина сделала серьезные такие шаги в сторону демократизации общества. Ну, а понятное дело, что российское руководство при этом напряглось. Ну, как бы в их понимании эта зараза могла бы и, значит, через границу перехлестнуться. То есть граница как таковая, она довольно условная. Очень такие обширные контакты, связи, родственные, дружеские взаимоотношения. Это же в прошлом одна страна. И это могло повлиять так как бы пагубно на устойчивость их вот власти. Все это могло разрушить их такое привилегированное положение. А в мире, который предполагает какую-то конкуренцию мнений, конкуренцию идеологий, честную конкуренцию в бизнесе, они не способны жить. Нет, они сдуются сразу. Все, они потеряют все. Естественно, руководство, высшее политическое руководство России
никакого другого выхода из положения не видела для себя. Надо было спасать себя самих, свою власть. И они, ну, как всегда, коряво, неказисто, как бы ориентируясь на информацию, ну, ориентируясь на то, что им говорили, ими же созданные, напрочь коррумпированные и недееспособные структуры там, разведки, вооруженных сил, там, спецслужб, которые тоже потеряли уже давно всякий уровень квалификации. Да? Вот они вот, предприняли такую вот попытку спасения собственной власти. Это подавление демократии в Украине. Они и начали войну. Естественно, я говорю, что эта война преступная, и эта война, она не только идет во вред самой Украине, да, гибнут люди, разрушаются города, она ни в коей степени не соответствует интересам России. Марат, а что вы скажете, вот, например, про злочинство супроть мирного населения, яких обвинувачивает вагнеровцев? Я думаю, что все обвинения в преступлениях ЧВК «Вагнер» основываются на абсолютно непроверенных сведениях, на свидетельствах, которые не прошли должную экспертизу. Большей частью они надуманы, большей частью они это результат такого истолкования превратного, искаженного представления, истолкования сути, явления, событий. И вся эта возня вокруг ЧВК «Вагнер», на мой взгляд, больше сейчас напоминает какую-то такую хорошо спонсированную, оплаченную кампанию по дискредитации ЧВК «Вагнер», направленную именно на то, чтобы вытеснить ЧВК «Вагнер» из Африки. Там есть определенные структуры, довольно внушительные и по финансовому своему положению, которые были отодвинуты от участия в проектах по освоению месторождений золота, Амазов и других полезных ископаемых в Центральной Африканской Республике. Вот. И вся эта возня сейчас мне больше напоминает как бы такую вот кампанию. Почему? Потому что, ну, все эти свидетельства, понимаете, на поверку, если посмотреть на них, они, как, если так, таким глазом трезвым окинуть их, то они довольно сомнительны. Ну, давайте, что это за... Разве можно всерьез воспринимать рассуждения пьяного зэка? Сидит он, грубо выражать, бухой постоянно, он рассказывает про какие-то зверства, да? А рассказ весь его напоминает больше пересказ какого-то ночного кошмара, да? Вот у него там не состыковываются эпизоды. Потом, ну, там все свидетельства о преступлениях ЧВК «Вагнер» в Африке, обратите внимание, исходят от лиц так называемой потерпевшей стороны. Тех людей, которые, в общем-то, в оппозиции, во врагах союзникам ЧВК «Вагнер». И эти свидетельства не подкреплены никакими такими нейтральными источниками, независимыми расследованиями. А сбором этих свидетельств занимаются... Ну, я их сейчас не буду называть, для того, чтобы не ранить их в душу. Сбором этих свидетельств занимаются ответственные лица, которые в свое время должны были выполнить ту же самую задачу, которую сейчас довольно эффективно выполняет ЧВК «Вагнер». Но они не смогли этого сделать. А теперь жалуются на обстоятельства, которые не позволили им это сделать. Вот. Давят на сочувствие. Вот. И при этом обливают грязью тех, которые сейчас то, что они не сделали, не смогли сделать. Они сейчас это делают, выполняют. Я же начал с того, что все эти рассуждения о том, что сейчас во время войны в Украине ЧВК «Вагнер» какую-то причастность имеет к ну, каким-то преступлениям по отношению к гражданским лицам, я тоже говорю, все эти свидетельства, они очень половинчатые, некачественные и очень сомнительные. Я вот, например, там в каком-то фильме, по-моему, такой вот довольно некачественный, знаете, так и, к сожалению, с моим участием получилось, но я не был оповещен о смысле
И они меня, мое интервью использовали без моего согласия, некачественный фильм, Wall Street Journal, да, и там приводятся свидетельства гражданских лиц, проживающих в окрестностях Киева. И они рассказывают о том, что вот наемники ЧВК «Вагнер», они убили, расстреляли, вот. Но, ребята, а ЧВК, ничего, что ЧВК «Вагнер» вообще на этом направлении не действовал. Их там не было вообще. ЧВК «Вагнер» воевала только на Донбассе. Так что все эти свидетельства очень сомнительны. Да, они участвуют в этой войне, в этой преступной войне. И они очень эффективно воюют. Да, и это уже все признали. Качественно и эффективно воюют. Они способствуют реализации этой вот имперских амбиций, да, политического руководства России. Ну вот насчет причастности к преступлениям по отношению к гражданскому населению, извините меня, я очень сильно сомневаюсь в этом. Еще не представили ни одного доказательства тому. А ці можете ви уявити собі повторення мятежу у Росії супроць Путіна? Ну, я ще раз говорю, це був мятеж не проти влади, не проти Путіна в Росії. Та повторення я собі не можу представити. Ні. Ну, на самом деле, у нас же, понимаете, во-первых, большая часть общества аполитична, абсолютно аполитична. Они утешают себя какими-то уже навязанными им установки пропаганды, да, вот такой нарративчик они имеют, там сформировавшийся у них сознанием. Вот, и пропаганда российская уже добилась своего, они сумели им внушить, что это именно их мысли. Все, и все именно сориентировано на такую вот аполитичность. И не... нежелание идти, перешагнуть через определенный барьер, боязнь перешагнуть через этот барьер. Вот. Большая часть общества, они не настроены на какие-то радикальные изменения, они боятся их. Они уже давно смирились, давно освоились в этой ситуации. Авторитарный, тоталитарный режим – это то, что понятно для российского гражданина, приемлемо. Вот давно уже сложился определенный, ну, такой вот психотип, да, россиянина. Ну, это же уже веками длится. Да. Они хорошо ориентируются в такой обстановке. Все остальное их пугает. И лидеров достойных нету. Нету этих, как таковых. Так, как бы, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да? Нету никакой такой политической силы, которая смогла бы повести за собой. У нас, особенно на Западе сейчас, даже оппозиционная, так называемая оппозиция, они сейчас больше заняты тем, что борются за звание самого главного оппозиционера. Им не до объединения своих усилий. Но армия послушна, несмотря на то, что там какой-то... Знаете, такое бурление. Такое. Армия в России уже давно не имеет какого-то определяющего значения, которое может повлиять на политическую ситуацию в стране. Так что я не думаю, что возможно повторение. Не повторение, а не, я не думаю, что возможно вообще возникновение какого-то мятежа, какой-то революции. Да и потом, ну, давно уже история показала, что в России невозможно изменить власть, действуя извне. То есть ни Пугачев, ни Разин не дошли до Москвы. В России возможен только лишь дворцовый переворот. Он может быть возникнуть, вот, понимаете, мгновенно. От искры какой-то. Но дворцовый переворот ничего не изменит. Лінія не поміняється. І апошнє, а яким ви бачите ось протяг війни в Україні і її закінчення? Да, это ещё надолго. Увы, эта война перетекла в стадию такой вот длительной войны на истощение. Позиционная долгая война, долгое противостояние. Всё это
абсолютно, ну, понятное дело, но направлено на истощение, естественно. И я думаю, что такой формат поддерживается умышленно, в том числе и руководителями западных государств, направлено на то, чтобы истощить ресурсы России, вот, и ввести ее в состояние такого неспособности уже когда-либо подняться и влиять на, как-то на мировую глобальную политику, да, геополитику. Но, на мой взгляд, ну и все это происходит за счет, естественно, Украины, за счет украинского народа. Гибнут украинцы. На мой взгляд, это не особенно, не очень такой неправильный, непрактичный подход. Россия, она, это не выжженная земля. Промышленный потенциал, какой у нее имеется. И санкции, они абсолютно недейственны. Там уже выработаны способы адаптации к этим обстоятельствам. Нефть продается в Индию, в Китай, а Казахстан уже стал давно хабом для переправки всех этих промышленных технологий, продукции западной. Российский бизнес и экономика не страдают от отсутствия каких-то вот действительно составляющих для высокотехнологичных производств. И это может продлиться очень долго. Будут гибнуть люди, самое главное. Дякую великий, Марат. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был наймит ПВК Вагнера Марат Габидулін, який написал книжку про эту приватную войсковую кампанию. И с минулого года он вымушен жить у Франции. Так само нагадаю, что разные страны света уже признали за последний год эту организацию або злочинной, або террористичной. Например, Соединенные Штаты признали ее злочинной и ввели санкции супроць компании, которые супрацоўнічаюць з Вагнером. А розныя краіны Еўразвязу прызналі яе тэрарыстычнай, у тым ліку прызнала тэрарыстычнай гэту арганізацыю і парламенцкая асамблея АБСН. А для вас у працы працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.